Пенсионный фонд завершает прием сведений о работающих сотрудниках за декабрь. Направить сведения можно через интернет по защищенным каналам связи. Если в ответ поступило уведомление Пенсионного фонда о наличии ошибок, отчет считается непринятым. В нашем городе представить сведения в Пенсионный фонд обязаны более 1800 работодателей, использующих наемный труд. В целом, по Чувашской республике это более 25 тысяч работодателей. При нарушении сроков сдачи отчетности, представление неполной или недостоверной информации к работодателю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей за каждого работника. В Чувашской республике в 2016 году оштрафовано около 2,5 тысяч работодателей на общую сумму 3,6 миллионов рублей, в том числе в Новочебоксарске 209 работодателей на 390 тысяч рублей.